сегодня будем выигрывать. Я пойду поиграю с Сашей. Подожди, Тёмочка. Привет, друзья. Привет. У нас сегодня радостное событие. Точнее, оно произошло не сегодня, а вот 16 сентября, ровно в годовщину нашей свадьбы. Да-да. Шестилетия. Первая тысяча подписчиков на нас подписалась. Чему мы очень рады и благодарны вам за то, что вы нас смотрите. И думали, как бы это дело отметить. Вот, наконец-таки вернулись из всех поездок и решили сделать конкурс. Небольшой конкурс для вас с возможностью получить небольшой приз от нас. 1 000 000 рублей. Ну ладно, этот дом. Шутка, конечно, шутка. Такая вещь, как лишняя 1000 на мобильном телефоне, мы подумали, что никому не помешает. Поэтому на кону 1000 рублей за 1000 подписчиков на ваш мобильный телефон, которую мы подарим... Тебе. Мы подарим тебе. Для этого вы должны поделиться в своей социальной сети, которой вы пользуетесь, ВКонтакте или Инстаграм, или что там еще есть, Одноклассники. Или во всех соцсетях. И в комментарии к этому видео указать просто ссылочку на тот пост, который вы сделаете. А мы потом случайным образом выберем какой-то комментарий и подарим ему этот приз. Да, и обязательно, конечно же, надо быть подписчиком нашего канала. У нас уже готовы шашлыки. Кстати, ребята, всем, кто все думает переезжать в Краснодар, сегодня какое? 17 сентября. Жара. А сколько сегодня градусов? Я не знаю, 30 чем-то, по-моему. 30 чем-то. Жара нас не покидает. Жара приятная, не адовая, не душная, классная, крутая жара. Кому не нравится жара, не сюда. Кому нравится жара, приезжайте, будем рады. Кто будет не рад, и ладно. Участвуйте в конкурсе, оставайтесь с нами. До встречи в новых видео. Пока-пока. А вы уже все выиграли? Еще не выиграли. Тёмок, хорошо, что напомнил. Да, мы забыли совсем сказать. Ровно через неделю, 24 сентября, мы выберем победителя и обязательно снимем. Спасибо, что смотрите нас. Еще раз пока. Пока. Ну что, идем к шашлыки. Вы что там делаете? Что завалились?